За людей порадуемся. Приезжают вот из таких бараков. За людей вон столько народа. На улице Большой, города Свободный, по-настоящему большой праздник. Губернатор лично приглашает жителей соседних домов порадоваться за своих будущих соседей. Новый дом на 21 квартиру строился почти год, но этого момента новоселы ждали еще больше. Буквально в прошлую среду в областной бюджет пришло еще 2 миллиарда 700 миллионов рублей, которые пойдут на строительство людям, которые еще, к сожалению, не переехали из своих бараков. Эти люди живут в городе Свободном. Эти живут люди в других городах Амурской области, которые ждут этот момент и обязательно его дождутся. Этот дом смогли построить благодаря федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Стоимость объекта более 37,5 миллионов рублей. Квартиры новые жильцы получат совершенно бесплатно. Трехэтажка возводилась по современным технологиям. Стены, окна, вода и теплоснабжение – все спроектировано и установлено так, чтобы люди могли экономить на квартплате, а не переплачивать за потери. Это современный дом, у него энергосберегающие стены теплее, чем строили раньше, в два раза. Энергосберегающие окна, стеклопакеты. У этого дома стоит теплосчетчик, поэтому будет экономия по оплате за тепло у жителей. Сразу в квартирах стоят водосчетчики. И вот он, торжественный момент вручения ключей новоселам. Среди тех, кто стал счастливым обладателем квартиры, и Иван Викторович Тимошенко. Свою однушку он переедет вместе с супругой. До этого момента молодая семья была вынуждена снимать квартиру. В старом бараке жить было невозможно. Теперь же им предложили уютную и светлую однушку. Тратиться на ремонт и покупку сантехники Ивану Викторовичу не придется. Квартира полностью укомплектована. А до этого жили вообще очень плохое состояние дома. Дом покосившийся, стены обрубленные, проводка током бьется. Вообще жить невозможно. Здесь что? Здесь красота, чистота, порядок. По случаю новоселья в одной из квартир накрыли праздничный стол за чашкой чая. Губернатор Александр Козлов и уже владельцы жилья поговорили о планах на будущее и о том, кто и как будет обустраиваться в своих новых квадратных метрах. Юрий Камышный, Роман Юдаков, Первый областной канал.